Если ты хочешь получить эту супер-классную и крутую машину, которая умеет плавать под водой, перемещаться во времени, летать, то тогда просто поставь лайк и подпишись на канал. И когда ты это сделаешь, она обязательно появится, я не шучу. Просто поставь лайк и подпишись на канал. Осталось последний уровень сделать. Вот так вот, все, наконец-то. Ребята, всем привет, с вами я, Коля. И, короче, меня сегодня попросили отремонтировать этот дом. Ну, в общем-то, я его уже отремонтировал. И получается, на сегодня все. Вся работа уже сделана. Меня это очень-очень сильно радует, ребята. Ну, а вы напишите, как вы проводите лето. Хорошо или не очень? Может быть, жарко кому-то? Или просто уже скучно? Может быть, уже даже кто-то, ребята, хочет в школу там или еще куда-то, ребята. В общем, все, пишите, а я как раз таки пошел отдыхать. Ой, что-то телефон, что ли, звонит? Ну-ка, так, алло. Алло, Коля? А это кто? Это я, Борис. Борис. Короче, жди меня, я сейчас к тебе приду. Ага. Блин, ребята, в смысле ко мне Борис придет? Борис, это же охранник мороженщика. А зачем он придет? Блин, надо оружие взять, у меня даже оружия нет с собой. В смысле, ну зачем ко мне придет-то, ребята, блин, я, это называется, отдохнули, так, сейчас мы это все быстренько в сундучок давайте с вами упрячем, вот так вот, так, дальше поставим, может быть, поставим какие-нибудь клетки, нет, давайте шипы, о, точно, он огромный, он в эти шипы обязательно попадется, так. Вот так вот, вокруг, вот так вот, вот так вот. Блин, ребята, зачем я ему понадобился-то? Вообще, что-то не понимаю, обычно мороженщик сам приходил, если что, а тут своего охранника попросил прийти. Значит, явно со мной разобраться. А может быть, жители что-то накосячили? Блин, вон он идет. Давайте спрячемся. Так, тихо. Так, Коля! А его нету! А я с ним разговаривал, он есть! А что тебе надо? Мне надо с ним переговорить. Только лишь переговорить? Конечно, я жду его в доме. Блин, ребята, ладно, сейчас все равно зашел. Сейчас будешь считать его кости. Ой, тогда он точно не придет. Да шучу, блин, давай, ребята, уже ладно, иди. Ладно, если что, я резко в сундук запрыгиваю и достаю оружие. Так. Здорово, Борис, здорово. Здорово, где был, что видел? Да я вот тут дела делаю, ремонты, ага, угу. Работаю. Короче, слушай сюда. Чего? В общем, у меня к тебе дельце есть. Какое дельце? В общем, мы с мороженщиком, с Родиком решили замутить новый бизнес. Бизнес? Какой такой бизнес? Короче, мы делаем все попытывая. В смысле все попытывая? Дома попытываем. Деревья попытываем, дорожки попытываем. А зачем? Море попытываем. А смысл? Все из попыт, даже мороженое попытываем. Мороженое попытываем, это интересно. Это самое вкусное, новый рецепт, о нем еще никто никогда не знал и не узнает. И где вы это будете делать? Здесь, в деревне. Да бабка не разрешит. Мы с бабкой договорились. Уже? Да, и она разрешила. Офигеть. Сказала, делайте, но 50% прибыли ей. Ну и вы согласились? Мы подумаем насчет 50%. А? Так сказать, на 30-ку, может быть, скинуть. Ну, конечно, если она вообще ничего делать не будет, пускай и не получается только правильно. Вот, блин. Поэтому, чьи ты тут наставил-то? А, да это защита была от тебя, я думал, ты с какими-нибудь плохими намерениями ко мне пришел. Ты что вообще? Ну я же не знаю, ты сказал, я буду я тебя. Я тебе стекло сейчас выбью. А, ладно, поставь стекло на место, пожалуйста. А, ну не... Да я тебе покажу! Чё, как смотри. Ты... Смотри. А... Короче, смотри, чувак. Видишь, какое домище? Ну да, мне нравится. Ну вот, хочешь все такое? Давай. Тогда ты мне должен помочь. Я согласен. И мы даже тебе заплатим. Угостим тебя попытываем самым вкусным мороженым. А я думал, ты мне всегда скажешь, что мороженое будет бесплатное. Короче, держи. О, попыт-блоки, ребята, видал? Смотрите. Вот это интересненько. Так. Это наша новая разработка. Ага. И мы, короче, решили, что будем делать вот это все тудым-сюдым. Слушай, короче, смотрится короче, прикольненько. Чувак. Короче, слушай сюда. Мы решили сделать попытовый мир. Попытовый мир? Да, не, но бабка тебе не разрешит свой дом сделать из попытов. Ну, знаешь, мы потом бабку и спрашивать уже не будем. А что это тут происходит? Почему у него такой красивый дом? Потому что я заслужил. Так, вот можем мы вам сделать, жители. Да, если хотите, платите мне деньги, я вам сделаю. Так, ну ты уж совсем-то не перебивай. Да ладно, они же все равно не заплатят. Это у нас шутки с жителями такие. Они же вообще лентяи, на самом деле. Работать не хотят, ничего не хотят. Ты сам ничего не хочешь делать!
Все, все, ладно, не буду. Короче, смотри. А, чувак. Я тебе покажу попытовое дерево. Слушай, а может быть дом мороженщика попытовым сделаем? Я тебе говорю, все надо делать попытовым. Так, ну давай одно дерево и сделаем. И только и дом мороженщика, и деревню. И я тебе говорю, все надо делать, все, понимаешь? Ага. Так. Чтобы все было из попыток, все такое красивое, все такое прекрасное, так. Понимаешь? О. Слушай, ну интересно смотрится, интересно. Смотри, я тебе покажу. Так, попытовые дороги. Ну, дорожки точно. Так, давай, ты начинай дорожки делать, а я сейчас дом начну мороженщика переделывать. Давай. По-моему, этот «Если мир сделать из попыток», вы хотите увидеть попытовый мир, ребята, наш? Если хотите, то прямо сейчас обязательно, ребята, напишите об этом в комментариях. Да, хотим. Если таких комментариев будет очень много, я вам покажу весь мир из попыток. Это же реально будет очень-очень клево и прекрасно. Так. Мороженщик, короче, уехал. А когда приедет? Сказал, засертифицирует. О, правильно сказал вроде. Засертифицирует ага. Мороженое попытывая, чтобы его можно было продавать. А, вот это правильно, чтобы никто потом не прикопался к тебе. Чтобы потом бабка не говорила, что давай мне. Ну да, а то она идею сопрет. Сделаем. Конечно, сами будем делать, я вам еще помогу. Поэтому надо делать все из попыток, и мы будем жить в попытовом мире. А тебе не надоест эти пузырьки? Какие пузырьки? Это же антистресс, он никогда никому не может надоесть. А, ну это я просто спросил, так? Ну ты вообще какие-то странности спрашиваешь. Ну мало ли, может скажешь, о, он мне надоел уже, глаза мои меня его не видели. Нет. Нет, ну я ладно. Я тебе потом еще секрет расскажу. Секрет если какой? Если ты никому не проболтаешься. Чего секрет? Какой секрет? Нет, пока я тебе не могу его рассказать. Ну ладно, пока и не надо. Пока я еще не вижу, как ты работаешь. В смысле, вон... Если будешь хорошо работать, мы тебе расскажем наш с мороженщиком секрет. Так я вон целую крышу уже сделал, в смысле? Ну так. Ладно, можно тебе тогда на ушко сказать, наверное. Кого? Секрет. Ну давай, иди сюда, потому что я не покладая рук, работаю. Так. А, молодец. Так. Руки не класть, это хорошо. Да. Так. Сейчас приду. Давай, скорее, пошевеливайся, так сказать. Так. Ты как со мной разговариваешь? Да я шучу, ну чё ты сразу-то, ну? Короче, иди сюда, пошли домой. А, пойдем. Я тебе должен это сказать по глазу на глаз. Давай. В общем, короче, сюда. Мороженщик решил разработать попытовое зелье. И напоить бабку, чтобы бабка стала попытовой бабкой. С попытовым платьем, с попытовыми волосами. Офигеть! И думаешь, ну, у него получится? Ну ты бабке расскажешь, то мы нет. Тебе голову снесем. Ха, да нет, ты чё, я не буду такой рассказывать, это даже интересно если посмотреть. Если ты болтун, то значит мы тебе голову снесем. Не, ну подожди, смотри, вот мороженщик же монстр. Монстр. И бабка монстр, правильно? Монстр. Ну и пускай разбираются сами, я-то при чём? Я-то обычный житель, мне-то чё? Да, этих дел. Ну вот, поэтому бабке ни слова. Если она об этом узнает, она всю нашу фишку просто рассекретит да и выгонит. Не узнает, это я тебе и точно говорю. И тогда никто никогда не увидит попытовую бабку. Не, ну я попытовую бабку посмотрел бы. Так, поэтому вот так вот. Держи язык за зубами. Вот, я всегда так и делаю, между прочим, всегда так и делаю. Так, это хорошо. Отличненько. Значит, на тебя можно положиться. Конечно. А хочешь еще секрет? Какой? А, нет, это я тебе потом расскажу. А, блин, ребята, столько у них секретов, столько у них планов. А я надеюсь, вы, жители, не будете попытовыми делать? Ну, нет. Вот это главное, потому что, может быть, не все жители захотят, допустим, я не особо хочу. Не, ну, может быть, я попробовал, но чтобы с возможностью стать обратно таким, каким я есть, потому что... Ага, понятно, мы это учтем. Да. Блин, ребята, что-то мне кажется, что они это нифига не учтут, если они с бабкой, ребята, так хотят проделать, и если у них получится с бабкой, то мне кажется, жители тоже скоро превратятся в попытовых. Ну ладно, мы не будем торопить. Ой. Алло. Ро? Ого. Да. Там? Давай. Только зелья надо побольше. Не для одной бабки. А, слышите? Конечно. Хорошо. Слышите, ребята? Ой, сделай вид, что ничего не слышали. О, давай. Кто там звонил? Я посчитал. 16. О. Ага. 16, давай, ребята, пока. 15 жителей деревни вместе со мной. Кто нам звонил там? Там звонила доставка, скоро пиццу привезут. А, отлично. Это правильно, пиццу мы все любим. Ты будешь пиццу? О, смотри. Как красиво получилось, да. Ну, я же говорил. Ну, все, короче, ты иди, я тут сам дальше доделаю, ага. У меня тут дела еще есть. Ладно, хорошо.
Блин, ребята, в общем, будем думать, потому что попытом я точно становиться навсегда не собираюсь. Ну а так, по приколу, можно. В общем, это все. Вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.